Страшная жизнь и смерть первой советской фигуристки, получившей олимпийскую медаль. За эту русскую фигуристку болела и переживала половина Европы. Она была первой советской олимпийской призеркой в фигурном катании, но жизнь ее была короткая и несчастна. Когда ее тело обнаружили соседи, оно пролежало уже два дня, а приехавшие милиционеры были шокированы, ведь та была призеркой множества чемпионатов мира. Каждый помнил, как по телевизору показывали ее выступления. Вся страна приникала к экранам и болела за советскую девушку на коньках но в квартире призерки на тот момент уже было пусто ни одной награды ни одной медали немедленно родилась версия ограбления все пропила отреагировали на это соседи и давно уж по их рассказам выходило что блистательная кира иванова дважды чемпионка ссср звезда фигурного катания устроила в своей квартире бесконечную вечеринку с дешевым пойлом и случайными гостями лишь бы готовы были говорить хозяйки слова уважения один из гостей видимо и убил ее искромсав сов ножом следствие безусловно искало убийцу слишком случайной обширной были контакты последних лет у Киры Валентиновны погреться у ее горя, а Иванова пережила несколько лет горя, которые трагически повлияли на ее склонность к алкоголизму. Приходили многие случайным собутыльником льстила, что наливает им сама чемпионка. Преступление в отношении Киры Валентиновны так и осталось безнаказанным. А алкоголизмом страдали и родители, девочки Киры, тогда, в далеких 60-х, по счастью, в основном, им не было до нее особого дела. Зато дело было бабушке. Бабушка и привела Киру в фигурное катание, заработала. В свое место в сборной она участвует в Олимпиаде в Сараево и первая советская фигуристка, получившая олимпийскую медаль бронзовую, но перед тем никакой же не было. Казалось, Кира вырвалась в большой мир соревнования за соревнованиями поездки за рубеж, народную любовь на родине и за границей, модные вещи, интересные знакомства, профессиональное признание и, в конце концов, имя, твердо записанное в истории советского всемирного спорта, что могло пойти не так. Через 10 лет после триумфального выступления 15-летний Кира на чемпионате мира результате пошли на спад, и она покинула большой спорт. Уже развивавшийся алкоголизм, конфликт с отцом, в любом случае она оказалась опять одинокой и без работы. К этим бедам добавилась одна за другой, словно липли друг другу самоубийство сестры, смерть любимой бабушки, автоавария. Иванова сначала впала в запой, потом завязала, ведь выпивка была единственной бедой, с которой она что-то сама могла сделать. Когда ее тело обнаружили, ей не было и 40 лет, почти 39 Женщина в расцвете сил, одни потом говорили «сама виновата», другие – «пала жертвы череды обстоятельств». В любом случае, жизнь и смерть Киры Ивановой, той самой Ивановой, которая рукоплескала вся Европа и в честь которой называли детей, оказалась трагедией.